Мама Мия, с вами Ава, с вами Юлик. Сегодня мы поиграем в Super Mario Maker 2, игру, где каждый может стать богом. Давайте играть просто во все подряд. Я играю в эту игру как любитель, не как какой-то профессионал, который все проходит супер легко и быстро. Я просто, мне просто люблю поиграть. Просто люблю, блядь, немножко поиграть. Ну, чуть-чуть, вот так вот. Просто взять джойстик утром после кофе, зайти, пару раз умереть и выйти, и все. Ну, я не говорю, что я профессионал, но у кого тут шапка с буквой М? Мы начнем сегодня со сложного. Покажем, что мы ничего не умеем, и потом перейдем к популярному, и потом к легкому. 117 успешных попыток прохождения этого уровня из 3 484 000. Что ж, сейчас будет 118-е. Погнали, парни, покажем, кто тут батя, у кого здесь усы, кто здесь любитель прочистить зеленые трубы. О, вот это юмор пошел. Летальная инъекция называется уровень. Погнали. Такое бывает, это нормально. Да, все нормально. Усатая хуйня, прыгай. Веселая игра этот, Super Mario Maker 2. Что ж, давайте посмотрим другой уровень. 207 успешных попыток из 3 250 000. Что ж, сейчас будет 208-я. Как было мужиков у мамы Боузера. Марио просто уделал. Когда Боузер достает свой хер перед своей женой, она такая: это что, гумба или твой хуй? Марио жжет. Сука, ты думаешь, ты самый лучший, блядь, сделал уровень ёбаный с колючками и думаешь, все, блядь, 200 человек прошло, и ты да пошел ты нахуй. Точнее, мама мия, око-локо, как же так произошло? А я еще шутку придумал, когда Баузер снимает свои штаны, жена ему еще может говорить, типа, это что, черепашка? Типа, я вижу головку, но не вижу панциря, А что это за парень играет? Это он, это Юль. Это Марио или Юлик? Это просто парень с усами. Просто хороший парень с усами. Такой, смотришь на него и думаешь, бля, люблю его, сука, люблю, сука. Такой хороший, блядь, так хорошо играет, блядь, веселит на... Да пошел ты, блядь! Пидорас, вам смешно, а когда я играю и злюсь, Даше страшно. Давай, прыгну. Раз, два. Все довольно просто. Вот бы этот уровень был коротким, я его прошел, все такие: Че? Марио любитель? Ну, чувак с усами любитель, но он прошел уровень. Бля, респект, он такой крутой, он так клево играет. Вообще, это скиллплей. Я вообще на время сейчас пройду, смотрите. Смотрите, тупо вообще разрываю. Один прыжок, второй прыжок. Это задумано. Я люблю боль. Мне нравится проигрывать, серьезно. Я потому что я всегда выигрываю во всем, потому что я профи. Я альфа, я во всем первый. И когда я проигрываю, я такой: так вот что чувствуют омеги. Я на самом деле просто великолепно играю. Вот эти 208 прохождений, это все мои прохождения. Смотрите, раз, два. Ну, типа вот, я прикол. Типа прикол сделал. Ну, как бы, не очень, да, получается у меня сложные уровни проходить. Надеюсь, на русском ютубе никто не додумался еще заказать костюм Марио. Но я не заказывал костюм Марио. Я просто нашел реально Марио. И я ему такой: теперь это мой костюм. Он такой: мама мия, я дам тебе итальянской пизды. Я говорю: ты хочешь подраться? Да, я буду драться за свою честь и за свой костюм. И мы начали с ним драться, и меня в крысу, в спину ударил Луиджи. Сука! Просто прикиньте, но я одного раскидал, второго раскидал, чисто поработал там, бам, Марио по печени, по селезенке, Луиджи по печени, потом, типа, снизу, сбоку, и все, я всех вырубил. Я забрал их костюм, Луиджи раздел просто, чтобы он как чмо был. Ну, просто голый теперь ходит. Короче, я думаю, мы не будем дальше играть в этот уровень. Давайте посмотрим еще что-нибудь. 18 успешных попыток. Enjoy. No sweet without sweet. Короче, не бывает сахарка без подка. Люби сладкое и люби пот полизать. Вот как бы что нам говорит создатель уровня. Слушай, а может ты пот полижешь, изврат ебаный, а? Ты это хочешь, чтобы мы сделали? Смотри, что я сделал с твоими монетками. Я их все взял, а ты чмо просто. Покажи свой боевой оскал. Марио! Ох, ну сейчас мы вам дадим, бля, сейчас я вам покажу. Соснули. Это я возьму с собой. Ой-ой-ой-ой. Слушайте, этот уровень выглядит очень сложным. Я думаю, мы на нем недолго задержимся. Сопля вылетела из горла, прикиньте. Марио! Так, про кого еще пошутить? Про Боузера. Блять, все, этот уровень отстойный. Этот уровень мне не нравится, я ухожу из него. Могу одной рукой играть.
Я могу одной рукой играть, но это не значит, что я буду выигрывать. А вообще все просто, сейчас я вам покажу. Если вы вдруг не поняли, если вы вдруг нуб, тут даже стрелочки для нубов написаны. Я вот ошибся, потому что с вами говорил, но сейчас я реально это все сделаю. Мне вообще, это как Боузеру вот так вот в нос ставить два пальца, вот так вот дернуть. Игра игрой, но не забывайте, что мои хорошие друзья OneX имеют высокую надежность и широкую линию. А по вот этому промокоду при регистрации вы можете получить до 6500 бонусных рублей. Вся дополнительная информация в закрепе. Отстой, какой отстой? Так, что мы тут видим? Много колючек. Угу. Это как бы создатели этих уровней, они любят такую херню. Я обычный итальянский водопроводчик. Ой, не, в пизду. Давайте просто в популярные поиграем. Что-то вообще не идет. Как будто ты макаронину проглотил одну длинную, толстую, такую, итальянская паста. Ты начал ее выкакивать, а она не переварилась. Типа нужно всю эту макаронину из себя вытащить целиком. У меня такого не было, у Луиджи было, отвечаю. Он постоянно таким занимается, любит вообще у себя все время поковыряться. По нему видно. Луиджи гей. Окей, это официальное заявление. Луиджи гей. Я альфа-самец. У меня тестостерона в крови больше, чем... я не знаю, монеток во всех трубах этого королевства. О, вот это юмор. Смотрите, что здесь происходит. Какая веселая музыка. И чё, как? Чё дальше? Чё дальше? Окей, я прохожу уровень. Посмотрите, уже прошло несколько секунд, а я еще не умер. Это ли не чудо? Реально. Вот реально. Это какое-то чудо. Еба. Сука, ты издеваешься, блядь. Кириллыч, ты издеваешься, блядь. О, получилось. Сейчас мне что-то даст. Угу, давайте, поднимай меня, тащи меня. Нет, я понял, что нужно сделать. Вот оно как-то, блин. А, я гений просто, посмотрите. Тупо раскатал. Я понимаю, не все поняли, что происходит, потому что это, ну, не просто интеллектуальная игра, это вот что-то на уровне высшей математики. Но вы не бойтесь. Вам не придется ничего решать, я все сделаю за вас. Видите, прямо сейчас я провожу сложнейшие математические расчеты. Че, я не туда пошел? А я вот хочу, например, нет? Можно так сделать? Бля, все заново, ну ладно. Нужно куда-то сюда прыгнуть, да? А, нужно, чтобы эта штука взорвалась. Но он не хочет взрываться. Ты, сука, блядь. Ты падла на... Зарвись, сука. Короче, здесь что-то нужно сделать. Ничего, сейчас я разберусь. А, мне нужно цветочек взять. А как это сделать? А, я понял. Нужно все эти штучки сбить, чтобы цветочек прошел. Цветочек. Чтобы я цветочек взял. О, кто тут умный? На! Круто, да? Вообще чувствуешь себя гением, когда такие вещи проходишь. Отлично. Респект таким пацанам, как я. Так, опять какая-то мини-игра. А, я понял. Нужно отбивать. Охренеть, они, конечно, тут понапридумывали. В мои годы ты просто... Че, я проиграл, да? Да, нужно заново. В мои годы ты просто выходил на улицу, брал палку, поджигал ее и смотрел, как она горит. И такой, бля, круто, я поджигатель. А сейчас что-то тут происходит. Какие-то вот они делают всякие игры, блин, из этого. Ну ты ч... Да ну нахуй! Точнее, мама мия! Здесь нужно начать двигаться. Опа, опа! Это чё? Это вот этот парень, это он. Он это делает. Да так ничего. Когда я выиграю? О, отлично, я выиграл. Как приятно побеждать. Не то, что, блядь, те проигрыши, что были до этого. Пинбол. Охренеть, как много всего. Слушайте, ну этот человек явно постарался. Мои-то уровни то еще говно. Но это довольно просто. Потому что тут от меня почти что ничего не зависит. Опа, вот он, блядь. Куколс, блядь, с этим. Давай. Что ты? Мне нужно... Опа, а сейчас мочим его. Знаете, от Баузера воняет говном черепашьим. Потому что он сам черепаха мутировавшая. Teenage Mutant Ninja Turtles. Только он превратился в черепашку не когда он был подростком, а когда он был вот взрослым толстым мужиком, как Марио. Ни хрена он придумал. Там написано спасибо. Фрэнку, спасибо вам. Создатель уровня очень, он мне очень понравился. Очень, очень прикольный уровень. Победный тверд. Уровень пройден. Хотели посмотреть на жопку Марио? Оу, отверг в стиле собаки. Nintendo это заслужила. Ну, в смысле, мой подарок вам, Nintendo. Манчестер in the Sky, давайте посмотрим. 8 успешных попыток, в смысле 8% успешных попыток. Ну что ж, я думаю, мы сможем это пройти.
Опа, опа. Нихуя, я думаю, все хуже будет. Вы посмотрите на этого парня с усами. Что за гений? Опа. Вот так. Ай, блядь, жалко, не взял. А как я это должен сделать? Как я это должен сделать? Я пальцы себе должен выломать, чтобы это сделать. Сука, ты издеваешься, блядь? Может, сюда можно запрыгнуть? И как... О, нихера! Это я какую-то секретную... Секретный квадратик нашел вообще. Так, так, так. Пока что довольно просто. Там мне нужно вот эту фигню схватить. Опа! 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 Все ж так хорошо начиналось. Ну ладно, это реально пройти. Давайте это, ну вот реально попробуем пройти. Заморочимся минуток на 20. Хочу быть в числе тех 8%. Но если я вдруг разозлюсь и передумаю это проходить, вы не серчайте. Ну вот просто я такой человек. Не люблю проигрывать, просто ненавижу. Марио слишком толстый, поэтому он, когда падает с высоты, умирает. Ему нужно жрать поменьше, он одними тефтелями закидывается просто. Вы посмотрите на него, у него нос размером с ногу. Он настолько толстый, что у него даже нос жирный. Не думал есть поменьше, Марио? А то жрешь, блядь, постоянно пасту с грибами. О, блядь, не долетел! Гравитация оказалась сильнее, чем Марио. Какой ты противный усатый. Ой, знаете, кто противнее только? Луиджи. Луиджи. Луиджи вообще, он, короче, Луиджи на ногах ногти стрижет и нюхает их. Реально? Это факт. Это не я придумал. Это не я. Я такой хуйней не занимаюсь. Зачем мне это? Вот Луиджи реально так делает. Просто берет так. И ему иногда короткие ногти с мизинцев, они ему в нос попадают. И он ими колется и такой: о, мама мия, Марио, мне очень больно. А Марио ему такой: ну ты ж, ты ёбик, блядь, ты опять ногти с ног нюхал. Мама мия, нет, я просто упал лицом на пол и случайно вдохнул мусор. Луиджи, как ты упал лицом на пол? О, я слизывал грязь с пола. Ну такие, такие Луиджи, Марио из моего мира. Марио в микрокредитных организациях постоянно занимает деньги на капусту. Ну или что там он лю... Вы это видели? Вы это видели? Я это видел. Еба. Может, хитростью как-то пройду этот уровень и мне... Какой хитростью, блядь? Я даже не прыгаю, умер. Ладно, ща попробуем. Ща попробуем, ща все будет, смотрите. Раз. Дебил еле. Так. Ну ща все... Не выходит. Вот, короче, Марио, он же нигде не работает. Кому в этом мире нахрен нужен водопроводчик? У них нет водопровода. У них трубы — это транспорт. Он не засоряется. Поэтому у Марио нет никогда денег. Поэтому он берет деньги в микрокредитных организациях, не может вернуть долги и занимает из других микрокредитных организаций. О, как, блядь! Блять! Его все ищут. На самом деле Боузер — это экономист, бизнесмен, который владеет одной из микрокредитных организаций, называется Боузер Компани. И Марио там очень много денег должен. А, ну почти, ну я же запрыгнул, это нечестно! Какой ты, сука, создатель уровня? Ты вот вообще, как так можно? Как так можно? Бедные дети играют, сходят с ума. Давай, 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 ты сможешь, усатый импотент. Я про Марио, не про себя. Ага, здесь не будем торопиться. Почему ты не можешь нормально встать на этот ёбаный блок? Знаете, а это все нечестно. Это все для маленьких детей делается. У них маленькие подвижные плоские пальцы. Они там их по-всякому могут изогнуть и как-то... А я-то мужчина, у меня пальцы как сталь. Сука. Ну давай. Надеюсь, там, блядь, хоть что-то стоящее будет. Иначе я так расстроюсь, что я кучу времени потратил на эту херню. Сижу, потею. Давай. Да, ах ты, сука усатая. Опа. Сейчас нужно прыгнуть и быстро. Ой, это я сделал. Я это сделал. Смотрите, у меня получилось. Как мне пройти-то? Ты чё? Я думаю, здесь все-таки можно что-то сделать. Давайте еще раз попробуем. Я как будто сам прыгаю, пиздец. О, да! О, да! Кто
заслужил все эти монетки? Это я, заслужил все эти монетки. А, что это за парень? Это Юлик Марио. Вы чё, серьёзно? Я сюда ради 34 монеток прыгал? Я не верю в эту хуйню. Может, тут больше никаких загадок, блядь, отгадывать в этой игре я не буду. Будем просто играть. Просто, блядь, играть. Вам нравится? Да что ты, блядь, твори? А, здесь не обязательно Да, блядь, ну куда ты, сука, побежал? У него, сука, его маленькие ботиночки красные, я уверен. Это не красные ботиночки, они просто у него томатной пастой намазаны. Потому что он, видимо, постоянно жрет, и поэтому все скользит. Он такой, сука, скользкий, просто останавливаешься, не бежишь. А он, сука, бежит, он не может остановиться. В чем твоя проблема, Марио? Томатная вонючка, ты красный, потому что ты помидор. Сеньор помидор усатый. Нравится тебе, когда к тебе так обращаются? Нравится? Не нравится, конечно, никому не нравится, когда их оскорбляют. Нате, суки. Блять, оно все-таки. Ну я же так хорошо все сделал. За что? Судьба несправедлива. Да! Я же не успею! Ну что, слушай, блядь. Ой, ну он что-то длинный, ребят. Давайте следующий уровень. Этот уровень был прикольный, но мы двигаемся дальше. Ну теперь мы будем смотреть, блядь, насколько они длинные. Этот 53% успешных попыток. Это для нас, это для нас. Мы не любим. Нет, мы не любим сложности, мы любим сложности, потому что мы крутые. Ставь лайк, если ты крутой. Мы не любим, когда над нами издеваются. Так, так, я не то сделал, извиняюсь, еще все будет. Я не глупый, видите? Бам! 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 Оу, ее! Так, тебя надо убить, да? Прости, парень. Блять, надо его... Как его взять-то? Блять, я тебя взять хочу! В руки! Как тебе в руки кинуть, сука? Да пошел ты! Опа! Оо! Ой, смотрите, что-то творится. Ой, он это сделал, вы посмотрите. Классно, классно, обожаю проходить игры. О, он прыгает на батутах, да. Это скиллплей. Оу, е. Какой это не скиллплей, конечно. Мы просто с вами развлекаемся. Вам нравится? Мне нравится. Я говорю 38 минут без передышки. Как вам такое? Ни хрена себе. Слушайте, да это прям ААА проект вообще. Такие игры это лучше, чем Battlefield. Серьезно, посмотрите. Battlefield сосет. Вообще все AAA проекты сосут по сравнению с Марио, потому что... Ну, посмотрите, здесь вообще можно все. Это что-то близкое к Майнкрафту. Ну давай, давай. Что за стресс? Это стресс-тест для приставки, я чувствую. Стресс-фри. И что? Куда уходить? Какой большой уровень? Оу, е! Тверк, собачий тверк, пузатый тверк. Немножко пузатого тверка. А, как тебе мой грибочек, сучка? Оу, е! Просто уделал! Оу, е! И немножко обычного тверка. Ай, блядь! Ой, что-то я себе защемил, аж голова заболела. Ой, бля, умру сейчас. Господи, я сдохну сейчас. Ой, все, никакого тверка больше, простите. Пиздец, представляете, какая стыдоба. В костюме Марио, когда танцевал тверк на фоне гринскрина. И пиздец, и сломал себе шею. И потом бы все люди перезаливали, я не знаю, и угорали над тем, что человек умер в костюме Марио. Space Travel Geometry. Давайте попробуем. Похоже на ракету. И чё? Так, а что дальше? Как здесь можно проиграть? Ебать! Слушайте, вот человек, который этот уровень сделал, он бы, наверное, мог стать инженером и построить настоящую ракету. Ну или там, решить проблему голода в какой-нибудь стране. А он такой, да нормально, нормально, нормально. Мне нравится, прикольно. Вообще, смотрите, тут есть бомба, тут есть будут привидения всякие эти. Блять, не привидения, а осьминожки. Да-да. Но нет, уровень, правда, очень красивый, очень интересный. Прикольно в него играть. А, мне тут нужно собрать 9 этих монеток. И я не собрал, там, по-моему, какая-то была. Я ее проебал, нет? Вполне возможно. Ну, хотя бы до конца посмотрим эту игру, как она выглядит. В смысле, этот уровень. Чую, я где-то проебался. Ой, чую, где-то проебался. Но заново мы проходить его не будем. Это я так только вам покажу. Или что? Чего? Куда? Пошли. Давай. Что? Ты что мне? Зачем этот ключ? А-а-а. Давай, Марио.
удивляй. Вообще, прям целая история рассказана в этом уровне, даже текст не нужен. Мы с вами решили съебать от принцессы Пич, чтобы затусить в космосе с космоцыпочками. Я вот так понял этот уровень. Я его не пройду, я уже его просрал, видите, финишируйте, подобрав следующие объедки. А чё, если объедки, я бы перекусил вообще, нормально. После трудового рабочего дня, большого, сложного, хочу что-нибудь сожрать, там, может, огрызки какие-нибудь. Ставьте лайк, если вам понравился такой формат, чтобы я понял, что стоит его продолжать снимать. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики, чтобы не пропустить меня снова в образе Марио. С вами был Юлик или Марио. Всем пока. Поставь лайк, и я приду к тебе домой. Я убью твоего Базеля и накормлю тебя грибочками.